Ой, привет, привет, мои дорогие. Чё-то я сегодня без готовки, ничего, просто отварила пельменей. Вот умираю. Чё-то я с утра мясо хочу. Да ну, даже яиц не хочу. Чё-то я уже не знаю, что сожрать. Чё-то уже так всего-всего нажрались. Ну, а чё тут? Мясо, мяско, да? И, естественно, тесто. Всё самолепное, самолучшее. Умничка, Наташечка. Надо вот ещё будет налепить. Пельмени большие, поэтому отварила немножко. Но будем есть не одни, потому что у меня кто пришел? Пришла Юля. Ну, у нее свое, потому что у нее есть все-таки свое, да, Юля? Я тут маленечко выгнала, говорю, подожди, мы еще не едим, а теперь мы едим. Давайте сметанки положу сюда еще, моя девочка. И сейчас пожрем. Что-то я так устала от этих влогов, от этих готовок. Все равно... Маленько отдохну, пока просто буду жрать, и все. И, кстати, я вчера была такая удивлена, прям хотела писать на канал «Пятница», прям позор, какой позор, представляете? Вчера смотрела 4 свадьбы, ну там, многие уже знают, кто это, что это такое, с чем эту передачу едят, и невеста. Ну, там, 3 невесты приходят на свадьбу, ну, 4-й. И одна невеста зашла, ну, там, в зал, в общем, банкетный зал, и говорит, я так хочу жрать. О, боже, как? На канале, да? Кошмар какой, какое это слово плохое. Я тоже хочу мясо, фарш. Я сделала вчера гречку, у меня оставался фарш, думаю, ну и гречка была. Вот сварила, говорю, один раз стояла в холодильнике, не испортилась, и я пережарила с фаршем. Ну что-то не хочу я гречки. Да. Вкусная. Да. Обиделся. Корм покупала. Ну, специально для стерилизованных, она хорошо его ест. Это просто я ее выгнала, она мне мешалась. Да, бывает, выгоняю. Я забыла про хлебушек там. Они большущие, огромные. Мне вот 7 штучек. Хватило им. Сейчас, подожди, тогда остынет мясо-то. Угу. Еще. Хочу кое-что рассказать. Насчет свиных ушей. Прибегаю там. Нужны такие все. Вот. У них это столько. Да, не спорю, у них много. Ну, есть холестерин. Тоже много. Ну как, да, считается. Но как бы креветочки, да? Диетический продукт. Жира нет, один белок. Моя эта девочка. А холестерина там больше. Взгляните. В креветках холестерина 110 миллиграмм на 100 грамм. А в
ушах 85. Так что мне со своими знаниями не надо трындеть. Ничего и ни о чем. Не такие уж вы умные. Колечко. Ну я тебе положил. Тебе чего не нравится? Ну, вот как угодить кошке? Горячее, что ли? Ой, как ты, пельмешки, да со сметанкой. Очень вкусно. Пельмени влазят в рот. Какие планы у меня? Да фиг знает. Надо пропылесосить. Продуктов надо, мне ничего не надо, я не знаю, у меня вроде как... А, ну огурец, помидоры можно купить. В заморозке у меня есть вареники. Сделала вареников и ни разу еще не ела. Так что для перекуса у меня есть вареники, есть там колбаса, что-то, ну что-то все есть, пельмени есть. Ой, надо или не надо готовить суп, по-моему, не знаю, надо суп посмотреть, может здесь. Поставил с утра стирать белье еще. Хозяюшка. Ну чего? Чего ты не хочешь? И правда, я уже обожралась. Стесняется девушка. Вообще она у меня скромная. Порядочная. В общем, про уши я вам рассказал, кому интересно, Google в помощь или там Яндекс, Яндекс в помощь. Да, Юль. На сметанке. Нет, ей здесь интереснее. Тут вкуснее все-таки. Я поел, ждем твой мукбанк. Это моя тарелка, я попозже оближу. А вот это вот я тебе могу подарить. Ну, теперь мукбанк у Юльки. Это очень вкусно, видать. Здесь-то вкуснее, здесь бульоном пахнет. А там нет бульона. Ну, вот сюда как раз я тебе и положу пельменину. И корм вкусный. Все-то у нас, Юленька, вкусно. Погода радует, конечно, тепло, но не, уже нет такого сильного солнца. Ветерок, ветер теплый, теплый, прям красота. Надо все-таки на улицу сходить, выйти. Пойду-ка я. Прогуляюсь. Ну, это мое, я тебе положила.
Ну, кто-то говорил, что кошка голодная. Куда она метит? Она метит на моей тарелке, да? Сейчас я еще этот плиту намою. Может, выйду сейчас в эфир прямой. В общем, планы не знаю какие, но надо прибраться. Вчера были гости, но я, правда, тоже прибиралась. Но все равно пропылесосить надо. Все надо сделать. Завтра, на завтра тоже уже есть планы. Кое-как одно место съездить. А там посмотрим. Кстати, меня одноклассники радуют. Вот Рутуб никак не подключу монетизацию. Ну, говорят, что там овчинка выделки не стоит, что там вообще прям копейки. И надо пойти ответить на комментарии. А то там Юрина волна пишет. А я ей не отвечаю. Ой, что мне мужика надо, она пишет. Сколько говорить, что мне и ваших хватает, да? Она не понимает это. Не понимает. Ну, давай, кушай. Почавка еще, Юля. Нет, ты куда лезешь? Куда? Вот у тебя все то же самое. Пельмени, сметана, корм. У тебя еще больше, чем у меня. Воды, правда, не налила. Вода там в комнате. Я почему-то... Ну, кто, если там заметит, что... Там вода и все. Я Дэби сюда не выпускаю. Ну, на кухню. Она у меня живет в комнате, в зале. Поэтому все там. Мы в основном с ней лежим, полеживаем, пузико почесываем, поглаживаем. Не жизнь, а малина вообще. Вообще отлично. Деньги так зарабатываем. Очень аппетитненько мы с Юлечкой покушали. Но она будет докушивать. Она не знает, что просто покушать. А я вас всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки, ваша Наташа.